Опять какаешь? Эй, рот занят? Лиза! Ты кушать будешь? Что я уже сделал? Да, я не смылся с собой. Да, ты звонишь. Доброе утро. Ты мне динамит будешь? А знаешь что? Я без тебя доброе утро проведу классно. Ну ладно, не тони бабочки. Всем доброе утро, ребят. И да, что вы могли понять, потому что я только что сделала, что я снимаю видео 24 часа, игнорю парня. И знаете, это было типа очень неловко, потому что очень редко ли он ко мне заходит, знаете, типа в ванну, когда я чищу зубки, обнимает меня. Это было так мило, но мне надо было его игнорить. Что я сейчас точно знаю, они с Мишей прямо сейчас завтракают внизу, в нашем холле. И я тоже хочу как бы завтракать, поэтому мы пойдем. И самый главный прикол в том, что я Мишу игнорить не буду, а Лёна буду. И надеюсь, у Лёны сгорит жопа. Ну раз никто больше не хочет яичницу, я сама себе приготовлю самую классную яичницу в мире. Что ты меня игноришь? Что, ПМС? Что за дебильная сковородка? Ни хера не готовит. Ты себе это включила? Да. Миш, слышишь, у меня вообще как-то не готовится эта яичница. А! Все, я одеваю, идите в сраку. Да, Лена, я с тобой одеваю. Я задержу твой дух. Только подожди меня. Придется яичницу приготовить. Миш, хорошо? Миш, пойди сюда. Точно не хочешь яичницу? Нет. Точно? Да. Леванчик, я сейчас иду. Ага, чай, чай. Да, я не хотел такого. Почему у меня вышло так мало яичницы? Ну что это? Миша. Взял сковородку и испортила. Не испортила. Короче, я сейчас буду завтракать, покушаю. Дальше я пойду собираться и посмотрю дальше, вообще ли он ко мне подойдет или нет. Потому что сейчас он думает, что я на него обижена или пытаюсь его как-то задеть. Посмотрим вообще, догадается ли он. Но он вроде как плюс-минус догадался, что это за видео. Но как бы то, что я его буду игнорить 24 часа, он об этом еще не знает, наверное. Любые встречи с Леоном я сегодня буду снимать. Ты видишь? Ну на что ты обижена? Лиза! Я сейчас тебя рассмешу. Писька на нас. Писька на нас. Писька на нас. Ладно, я пойду по тяжелой артиллерии. Ананас писька. Писька на нас. На что ты обижена? Кот, ты из-за того, что я подмышки не побрил. Ну и что ты на меня посмотрел и ничего не отвечаешь? На что ты обижен? Что? Что это было? На что ты рубается, го? Свет заслонишь. Она заговорилась. Спасибо. Спасибо, господин, что промолвили мне словечко. Ну что я сделал не так? Ну то, что я с девочкой списался. То, что я договорился с ней видео снять. Что ты на меня так смотришь? Мы договорились снять видос, Лиза. На что ты обижена? Маракуйя попа. Ладно. Писька, ананас, маракуйя попа. Бананный гипопотам. Хочешь, я тебе подарю что-то сейчас? Я сам делал. Понравилось? Фу, Лиза, какая ты душная. Захочешь поговорить, я посмотрю, есть ли у меня что-то в планах, чтобы с тобой вообще даже, ну, даже поговорить. Его я тоже давайте увидеть. Медведя, да, я классно у тебя беру, да. 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 Фу, ты. И что такое? Что ты хотела сказать? Боже, как сложно его игнорировать. Мне очень сложно его игнорировать. Сложно его игнорировать. Он начинает шутить, он начинает что-то делать. Я не могу просто вообще не обращать на него внимания. Это нереально. Нереально. Я не понимаю. Не понимаю, как люди других людей игнорят. Я так не могу. Мне хочется просто подойти к нему и извиниться, но это видео, это для видео. Боже, котик, если ты это будешь смотреть, прости, пожалуйста, меня. Я не хотела.
Короче, я буду снимать еще в течение дня. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, очень неловко, я очень стыдно, честно. Короче, ребята, я поснимала типа себе тиктоки, все дела, и Леон тоже снимал тиктоки, я с ним не общалась, и он сейчас, походу, со мной тоже не общается, я не знаю, честно, но он явно обиделся, типа, как так получается, ну, реально, всегда, кстати, заметьте, всегда, когда я кого-то игнорю, если это кто-то близкий, потом на меня опять обижаются, не разговаривают со мной, я не понимаю, что это за фигня, в принципе, честно, ну, типа, возможно, с одной стороны, я понимаю, наверное, maybe yes, maybe no. Короче, я предлагаю сейчас подойти к Леону. Если, типа, он в нормальном настроении, то подинамить его. И все, в принципе. Вот мои планы на жизнь. В принципе, круто, не круто. Короче, погнали. Леон? Лео, что такое? Леон! Ну, кот, я видос снимаю. Ну, кот, ты меня зажал. Ты обиделся? Кот, ты обиделся? Ну, не надо прикалываться, кот. Это мульт. Какая ты зануда! Какая ты зануда, мама Мия! Или что это такое? Ты сейчас щекотать начнешь. Не надо щекотать. Значит, это не муха, это не моль. Ну, ты да. Мне отвечаешь. Алло. Значит, это паразит, наверное, какой-то. Паразит? Сам ты паразит. Надо его удалить. Сам ты паразит. Сам ты паразит. Ну, Лео, не обижайся. Все, давай. Ты так мило. Лео. Ну все, ты же не снимаешь видео. Игнорю парня 24 часа. Ну что, неприятно? Да, неприятно. Ну тогда я продолжаю, как ты делала весь день. Зачем? Ну все, я вернулась в обычное свое состояние, Ко. Долго ты будешь лежать? А то состояние было даже очень плохое. Мне понравилось. Да? И вот я теперь его сам использую. Да? Окей, тебе понравилось, что я с тобой не общаюсь? Да? Да? Что? Говорю, тебе не понравилось что то, что... Что это за звуки? Окей, я пошла. Ты далеко ушел? Далеко. Ты же можешь так, когда захочешь делать. Я тоже теперь могу так, хоп, захотел. Не общаюсь с тобой. Я же не так, что захотел, не захотел. Ага. Я... Захотела и вести с Мишей Лавину куда едешь. С Мишей Лавину? А ты не едешь? Уже не еду. Почему? Потому что ты меня не позвала, у меня планы поменялись. Ну я зову тебя. Нет, я уже не поеду. Почему? Потому что я уже стремить пообещал. Ну, собирайся. Кого собираться? Ты собирайся, погнали в Алину. Нет, я зрителям пообещал. Ну ладно. Надо было раньше думать. Петь с Мишей в кинотеатр съездить. Посмотри там. На кофеёк. На кофеёк, да. Поцелуйтесь еще. Что? Ты же захочешь, может, поцеловаться, да? Нет. Ну, я ж тебя не знаю. Ты меня знаешь уже год как? Ну ладно, знаю тебя. Ну ты реально можешь поцеловаться? Mm-mm. Ну со мной же ты целуешься. С тобой целуюсь. Значит, тебе парни не противны. Логично? Mm-hmm. Ну вот и все. Давай без обидок. Да, езжай. Это видосик был. Я тем более с Аней еду, что ты сдулся. И с Межганом. И с Межганом. Так Межган даже не едет, Саня, он подъедет потом. Ну да, подъедет, как раз когда они едут. Да. Да я шучу. Но я не поеду никуда. Ну ладно. Жаль. Ну ладно, я обосралась. Все, без обидок и друг друга не игнорим больше, да? Вообще? Ну, я, может, тоже сниму ролик. Нет, не будешь, что ты вырос. Сниму.
какую-то хрень. Все, дай руку. Всякую хуйню. Господи. Все.